Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Samsung Galaxy M31s разрешить установку приложений из неизвестных источников. Для этого заходим в настройки. Далее. Ищем пункт «Биометрия и безопасность». После чего «Установка неизвестных приложений». Выбираем наш браузер, с которого собираемся устанавливать, и нажимаем «Разрешение для этого источника». Как вы можете заметить, все очень просто. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!